Не прошло и месяца после поджога маршрутного автобуса Алексея Большакова, как сгорела еще одна «Газель», принадлежащая его товарищу по профсоюзу Алексею Бегунову. Инцидент произошел в минувшую субботу на стоянке в Кохме. По предварительной версии сотрудников МЧС, это было сделано умышленно. Сам Алексей уверен, если раньше поджоги маршруток и можно было списать на случайное хулиганство, то теперь сомнений не остается. Происки этих крышевателей, тех людей, которые не согласны с тем, что на маршрутах общего пользования должны работать все желающие, имеющие, соответственно, документы на право перевозки пассажиров. Ну, данные товарищи имеют свое суждение относительно данной версии.